з незламною стійкістю, зібравши останні сили в кулак, готується до фінального соло «Боря». Своє вперте прагнення йти напролом, не зважаючи ні на кого, він доводив змалку. Маленький город, откуда ніхто не уїжджає там ні петь, ні рисувати, ні танцювати, а я такий одуван, хочу танцювати. Это двадцатка, ребята. І за всі дні сотні Боря жодного разу не видав своєї слабкості і стійко долав будь-яке випробування. Нормально лупаши. Підкосити непереможного бійця змогла тільки нічна хореографія. Потерявся. В соло ти должен проявити себе максимально. І тепер хлопець розуміє, зараз як ніколи треба зібратися. Адже мрія, заради якої він ладен гори звернути, залежить лише від одного виходу на сцену. Дійшов під пройден. Ти дійшов до кінця. Ну, до кінця сьогодні. І хочеться, щоб цей кінець був щасливим. Внешность идеальная. Отличное лицо. О боже, я бы уже не встал бы там после двух туров. Ты бы не встал после первого движения. Ну да, но эти два тура просто. Ты бы не делал бы это. Просто я вот это могу сделать. Но я бы там не встану. Борь, скажи, пожалуйста, почему в двадцатку мы должны выбрать именно тебя? Этот проект очень важен для меня, потому что даже самые близкие мне люди не верили, что я вообще смогу сюда попасть. И я хочу доказать им, и прежде всего себе, что я могу, и я что-то стою. Спасибо, до вечера. Я не расстроен, просто... Да, накопилось за 5 дней, но сейчас, когда все закончилось, ждем только объявления, можно все выпустить. Влад Яма без грима. Добрый, Раду Поклітару и все, чем занимаются наши участники во время рекламных пауз. 7-й сезон готовый вражати вас уже с осени. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, чтобы увидеть власними очима все, что осталось поза кадром. О, кстати, расскажу сразу один секрет. Ну да. На нашем канале. Ну, а как? Танцуй все.